Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Извините, доброе утро. Вот что у вас обычно на завтрак? Каша? Яичница? У меня, как правило, то, что я приготовил вчера. Но иногда готовой еды нет и приходится готовить. Стандартная каша или яичница способны меня моментально загнать в пучину мизантропии. Поэтому я стараюсь приготовить что-нибудь повеселее. Так что сегодня на завтрак веселенькие бутерброды. Мне понадобится хлеб для сэндвичей, вот такие булки, они, по-моему, ржаные, свежий базилик, руккола, помидор, сливки, яйцо, мягкий сыр Филадельфия, вот я взял, моцарелла, грибы консервированные, сыроваренная свинина и вареная свинина. Это хамон серрано и хамон касида. Хамон касида, por favor. Поехали. Базилик и руккулу порубить в хлам. Переложить в посудину. Немного оливкового масла, экстра вирджин, конечно, ароматного. Добавить соли и немного бальзамического уксуса. И перемешать. Это будет соус. Помидор нарезать, моцареллу тоже нарезать и булки. Соус сюда побольше. Теперь помидор и моцареллу. И в духовку. Температура 180-190. Ненадолго, только чтобы сыр поплавился. Сам займусь следующим бутером. Немного сливок, чуть-чуть соли, разболтать. На хлеб сыровяленого хамона, теперь грибов и теперь мягкого сыра и вареного хамона. Он по вкусу практически воронежский окорок вот из этого ролика. Теперь накрываю вторым кусочком хлеба и в яичную болтушку его. Обжарить его буду на своем китайском агрегате. Так проще, потому что он сразу с двух сторон жарит. Вертеть на сковороде ничего не надо. Пару минут и можно завтракать. Вот такой завтрак. Вегетарианский бургер на тему, скажем так, салата капрезе. И эдакий составной гренок. Или гренок. Хорошего вам дня. Спасибо за компанию. Всем пока. Вкусняба.